think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте Александра, и у нас с вами обзор нового героя на русском сервере, так как я на русском сервере давненько уже не играю, соответственно, не куплю самоцветы. Сегодня мне сделали подгончик аккаунт, на котором выбили его и дали возможность прокачать и потестировать аккаунт Александра, за что ему спасибо. Ну, а вы, как обычно, поставили лайк, подписались, кто не подписан. Подписка влияет на шанс лиги на вашем аккаунте топового героя Космо либо Феникса, это однозначно. Такс, где там у него этот герой? Наверное, его еще не открыл, скорее всего. Да, вот он есть у нас. Берсерк. Открыть. Так, Балу. Интересно, сколько у него доната. Ну, до 500 000 самоцветов. Гильдия. Russian Shadows. Кидайте заявочки, вступайте. Русский сервер, нужен актив. Все вопросы в WhatsApp на экране у вас есть. Такс. Окей, отлично. У него стоит Бардик с истинной верой. Ну, а мы сейчас вместо него поставим новую бездонатную имбушку и будем ее качать и проверим, имба он будет или нет. Так, давайте сразу же ему десяточку качнем. Отлично. По талантам. Ну, пока, не знаю, для PvP локации ремочка для того, чтобы включился сразу. Ну так, в идеале, мне кажется, будет ОЗАшка плюс ПДАшка. Дамага у него, в принципе, дофига. Сейчас посмотрим, что мы выбьем. Посмотрим, что у него тут по ресурсам есть. Вот, думаю, ресурсов у него должно хватать. Да, есть у него, хватает ресурсов. Сейчас мы немножко потрешуем, попробуем что-то интересное вытащить. Вот огненка есть. Вот такой вот вариант попробуем. Подашка, я думаю, у него должна быть эмблемой. Мы попробуем на PvP локациях такой вариант. Пофармить немножко. В общем, поехали. Качаем по максималочке его. Блин, запарили с этими пакетами уже. О, золотая мана есть. Отлично. У героя реально дофига дамага. У него нету иммунитета. Я надеялся все-таки на нового суперпета, что он вместе с ним. Но новый суперпет тоже печальный. Соответственно, тут только варианты под конкретные локации прокачки я вижу. Ну, будем пробовать. По крайней мере, мне герой на лоу-левелах на Тайване очень даже зашел. Сейчас посмотрим, что он сможет сделать на эволюцию уже. Сделаем первую, вторую эволюцию и потестируем его. Интересно будет посмотреть. Такс, давайте ему сразу девяточку качнем. Ну, десятку я не буду пока качать, девятку качнем. Эволюцию сейчас пока не будем делать. Подкачаем. Так, эволюция есть. Сделаем немножко агментацию. Ну, вот плюс, конечно, то, что дали возможность созвездия и суперпетов ролить за рекламу. Это однозначно плюс в этом обновлении. Остальное печаль. Так, есть. Давайте так, первую эволюцию.
Соточка есть. Усовершенствовать. Первая эва на максималке, скажем так. Клинки зверя. Ну, давайте. Давайте еще прокачаем здесь его. Сделаем ему аугментацию небольшую. Посмотрим, что он может. На аугментации на первой эволюции. Так, по созвездиям. Карточки есть. Ой, отлично, вообще. Вообще огонь. Вот даже такой вот вариант оставим. А пока поехали на жестокое, да, там. Жестокое 8-10 с драконами. Посмотрим. Первая эволюция. Посмотрим, как он будет справляться, не будет справляться. А, герой сам себя хилит. Посмотрим, что по дамагу в итоге у нас на такой сборке, не атакующий. Я не посмотрел, конечно, какая. Ну, блин, поляму выдает уже. Критует поляму причем. Довольно-таки неплохо. Я вам скажу, для такого... А, у нас там доспех. Для такого героя... Посмотрите на здание, как он фигачит. Для бездоната это однозначно плюс. Без проблем фармится подземки. Ну, подземки, в принципе, это уже не есть вообще никакая проблема. Ну, супер. Мне здесь он, по крайней мере, нравится очень. На волнах я тоже показывал. Ну, единственное, надо ему, чтобы он включился. Это Асура, то есть все время идет дамаг. Сейчас поставим эмблему. Ну, вот так вот даже не убил драконов, но уже затащил. Давайте попробуем. Поставим эмблему. Подашка есть у него, отлично. По снаряге. Ой, обряд. Блин, классная тема. Я сейчас не знаю, посмотрю, что у него по героям. Жестко, конечно, нам с обрядом повезло. Доспех. В принципе, он его использует. Тут тоже доспех. Странно как-то. Так, тут СС-ка. Священный суд. Ну, священный суд тоже хороший вариант. Блин. Ну, давайте с обрядом сделаем. Увеличим ему заодно ХП, плюс дополнительный отхил. Конечно, я хотел больше дамага с него вытащить, но девать некуда, по сути. Так, питомца пока не ставим. Поехали на следующие подземки, посмотрим на кошмарки, да. Вот давайте 5-10 кошмарку. Здесь мы добавили уже немножко дамага. Сейчас нас должны станить, причем станить конкретно, вот так оно и есть. У нас защиты от стана никакого нет, никакого вообще нет. Вот он ударил, ударил и все. Но ему стоит один раз зарядиться и посмотрите, что он делает. Один раз, ребят, зарядился и все. И дальше у него, причем даже в стане, отхил работает. Это реально круто. У него отхил работает от его скилла. Его скилл будет работать в любом случае. То есть один раз включился и все. Даже вы будете тупо стоять в стане. Вот, пожалуйста. Это реально очень круто для бездоната. Без проблем эта подземка тоже пройдется. Причем это первая эволюция. А вот здесь вот реально мне он заходит на ура, и вот то, что у него отхил работает. Конечно, он походу от недомогания будет резаться, но, по крайней мере, для подземок однозначно плюс. Посмотрите, что делает. Да и дамага у него так нехило, по 200к уже влетает. Супер. Просто тупо разобрал подземку за 1.5 минуты. Хоть и стоял в стане. Плюс отхил у него есть. То есть, если его прокачать, можно свободно 8 позафармливать без проблем. А ну давайте попробуем на 6. 6-10. Это для многих без донатов проблема. Сейчас пусть зарядится. Самое главное, чтобы он зарядился, включился. Включится, как только он включится, у него будет работать сразу же отхил.
видите, проблема. Проблема со включением, причем конкретная. Ну, можно как вариант поставить сюда железку. Слона, я не знаю, слон будет все время, а железка пропадет все время. А нет, вот включился. Вот, пошел откил, смотрим. Ну что, как вам? Как вам такой вариант? Эта подземка реально сложная для многих, из-за демонов, которые в центре. Самое главное, чтобы он сейчас башню не руинил быстро. Но вариант мне очень даже нравится. Для добивочки, для всего, но все-таки, видите, рушит быстро. 30% уже нафигачил. Причем герой просто обычный, без всяких наворотов. Первая эволюция всего лишь. Сейчас прокачаем на вторую, посмотрим, что будет дальше. Еще побегаем на ЗБшках. Ух, нифига себе его дамажный. Это он умер. Это он у нас, ребятушки, умер. Там наносится 1000% чистого дамага. Не, все. Еще раз резнулся. Не понял. Все, теперь точно выбили. Два реса? Что-то странно как-то. Очень странно. Ну-ка, зайду в описание, почитаю. Как обычно, что-то не то перевели. А, имеет 66% шанса зародиться здоровье каждый раз, когда он убит. То есть это вечный рез получается. Прикольненько. Так, делаем вторую эволюцию. Ну, 66%, то есть, может, два раза, ну, три раза, не знаю. Делаем ему эволюцию. Посмотрим, что у нас на эволюции. Так, ну что, поехали дальше. Делаем до конца вторую эволюцию и пробуем его дальше. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Так, ну, я вам скажу так, мне реально он понравился. Довольно-таки неплохая тема для подземок. Особенно то, что он еще оживает. Так, сделали максималочку. Это при том, что мы еще созвездие... Ну, на дамаг я не знаю. Вот вопрос по дамагу, конечно, стоит ли его на дамаг собирать. Тут такое, надо будет потестировать, посмотреть. Так, забрали книжки, чтобы не пропали. Поехали. Обратно же бежим на подземку шестую. Хочу еще раз потестировать. Что у нас по дамагу будет? Ну, сейчас здание он рушит, поляму выдает. А на прорыве, представьте, что будет. Ну, смотрите, как он сейчас обалденно фигачит. 20% мы до забора не добежали. Ну, понятно, он и героев фигачит, он полностью всех и заряжает некоторых. И однозначно будет сливаться на отражалках. Ну, у нас, в принципе, подашка для этого и стоит. Но бомба. Умер, не резнулся. Вот так вот. То есть надо еще, как видите, подловить момент и шанс, чтобы он нормально залетел и рез получил. Блин, ну неплохо. Мне, по крайней мере, реально он заходит. Понятно, это бездонатно, иммунитетов нет, все дела, но... Не понял. Что-то я проспал, он резнулся, умер или что? Что-то как-то странно. Вот опять сдох, опять резнулся. А, после реса, да, он же после реса, ему надо попасть по цели. Если он сейчас не попадет, он дохнет. Тоже нюанс такой. Но дальше, смотрите, отхил пошел. 30%. По крайней мере, довольно-таки неплохо. Сейчас он героев подобивает, если, конечно, он доживет.
45%. Опять резнулся. Но тут ему надо зарядиться. Демон, наверное, скорее всего, и сейчас ушатает. Нет, все равно дальше пошел рез. 50. Блин, ну круто. На одном демоне висит. Да какой там у нас уже рез по счету был? Я не помню. Напишите в комментах, сколько раз мы резнулись уже. Ну вот, ребят, 6-10, по сути, мы сейчас фактически соло должны ушатать. Не, чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть совсем, но это один герой всего лишь. То есть для бездоната это однозначно топчик. Кто не может 6-10 пройти, блин, просто пушка героя. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Теперь поехали в такой же вариации, в такой же сборке. Единственное, я сейчас сюда еще поставлю слона. От стана мы попробуем с вами забежать на арену и забежать на забэшку. Мне там еще интересно потестировать. Остальные локации, в принципе, я думаю, вы и так понимаете, что против топовых героев, конечно, он тащить не будет. Так, создать команду. Ну а так, на подземках однозначно плюс. Пойду против командора попробую. Ой, тут такие пачки. Тут нас без варианта, просто тупо ушатали. Давайте обновим. Тут топ, тут вряд ли мы что-то сейчас сделаем. То есть, ну, для топа этот... А, против прорывов куда? Сливается только так, даже бессмысленно. ЗБ попробуем. Бегает он в ЗБ? Да, он бегает в ЗБ. Распакую ему одну какую-то пачку. Так, тут зефир не особо, такую имбовую. Вот это я хочу просто для ЗБ посмотреть, что он себя будет представлять в такой сборке. Ну так, мне, не знаю, мне понравился. По крайней мере, для подземок, для фарма, для бездоната однозначно плюс. Ну, дамага, в принципе, хватает вполне. Тут такие герои, конечно, он второй эволюции. Может, найдем, повезет нам, мы найдем кого-то интересного. Чтобы так не особо был топовый, были вторые эволюции. Ну, вот вторые эволюции. Ну, смотрите, вообще песня. Песня просто. Против вторых эв... Очень даже ничего. Быстро зарядился, включился, все. Не максимальная прокачка. Единственное, мы от стана его защитили слоном. И довольно-таки неплохо держится. Не знаю, что будет на прорывах. Там, понятно, он там будет слетать, скорее всего. Но опять же, я прокачаю себя, постараюсь на английском его вытащить, если получится. И... показать вам на максималке, на что он способен. Но пока мне нравится. На минималках единственное, конечно, нету никаких иммунитетов. Ну, в принципе, как и все герои, которые выходят, они против пачки тащить не будут. Есть, конечно, имбалансные герои, которые могут держаться. Но вот такие единицы, такие герои. Вот так, в принципе. Что они хотят сказать, что мы здесь сольемся? По идее, ничья нам засчитает поражение, наверное. А может, не, смотрите, тащат. Единственное, осталось еще зефира ушатать. Вообще красавчики. Смотрите, космик эти. Хватит нам времени или не хватит, интересно. Блокировочка пошла. А, он с маскировкой, к сожалению, да, наверное. Хотя нет, 3 секунды. Изи, красавчики. Затащили. А тут затащат. Поехали, здесь попробуем слиться сразу же. А, прорывы. Но смотрите, герой даже с прорывами, все равно он там что-то дамажит. Вот резнулся опять. Если будет ворожей в пачке, я думаю, будет интересный вариант.
он резается все время. То есть можно напороться, если будет, конечно, повезет, он будет резаться, резаться, резаться. Единственное, под молчанкой он сольется, как и все герои, и еще дополнительно шанс есть, который там 66%, то есть 50 на 50, по сути. Ну а так довольно-таки неплохо. В общем, такие вот дела, ребят. Ну, не знаю, пишите, что вы думаете. Первая, вторая эволюция, агментация есть. Мне герой реально зашел для подземок, для фарма. Топчик. Ну, надо будет прокачать его с прорывом и уже, соответственно, потестить на максималках. Ну, а так, бездонатный герой хорош. По сравнению с теми, которые повыходили, реально от него есть толк. Ну, по крайней мере, на подземках однозначно утащер. Все, пишите комменты. Всем удачи. Всем пока.